Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Центр Магнитола. Представляем вашему вниманию новую магнитолу Unison линейка TS. Это магнитола, сейчас я вам ее покажу, имеет оперативную память 1 гигабайт и встроенный 16. Вот так выглядит ее первоначальный интерфейс. В ней, в общем-то, находится, пожалуй, все, что есть в современных смартфонах. На этом не стоит останавливаться. Единственное, что хочу отметить, что работает она очень-очень быстро. Достойная магнитола на 8-м андроиде, 4-ядерный процессор. Эта магнитола подходит на различные виды автомобилей. Комплектуется она рамками и проводами. Полный комплект для установки. Вот так вот она выглядит. Сейчас в данном случае не подключен интернет, но здесь Wi-Fi приемник достаточно быстро срабатывает. Вот такая вот у нас магнитолка. Вот это интерфейс радио. Итак, ставьте ваши лайки, кому понравилось, кому не понравилось, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Ждем вас в нашем центре Магнитол. Всего вам доброго. До свидания.